Начинаю запись. Игра. Зомби против растений. Игра года. 2009 года игра. Приобрел в системе, в экосистеме Steam. Играю через Steam. Вот я выбрал вот эти три растения. Выбрал сумасшедший Дэйв, плотоядное растение, патиссон и кукуруза, которая стреляет маслом, замедляющим врагов. И я выбрал горшочек, солнечный подсолнух, двойной подсолнух, арбузы, ледяной арбуз и зонтиковое растение, зонтиковые листья, листья зонтиком. Вот этих зомбаков она отталкивает. Пригодится, может быть. Так, есть дешевая у меня защита, есть дорогая защита. Попробую теперь всех их победить. А, магазин посмотрим. Ну, все нормально. Начнем. Let's rock. Начнем. Сначала экономика. Сначала экономика, солнышки. Солнышек побольше надо ставить. Еще солнышки. Зомбаков не боимся. Грабли стоят. Зомби наступает на граблю и выходит, выбывает из игры. Готов зомбак. Это нам фора. Грабли стоят $200. Стоит покупать, если сложный уровень. Здесь мы поставим что-нибудь. Что мы поставим здесь? Что-нибудь надо поставить. Не могу придумать. А! Патиссончик. Двойные подсолнухи ставим. Все, экономика сейчас у меня будет на максимуме. А, нет, не скоро. Подсолнухи долго восстанавливаются. Так, теперь нужно что-то, что-то надо мне поставить сюда. А, амбреллу. Зонтик поставим. Так, патиссончик поставлю, он недорогой. Пусть пока будет патиссончик. Амбрелла. И сюда амбреллу поставлю. Ну, а чё? Да. Надо учитывать этих вот злых зомбаков, которые на веревочках спускаются. Так, еще один патиссончик сейчас поставлю. Нет, патиссончик ставить уже не буду. Да, поставлю, почему нет. А потом что-то уже надо будет серьезно ставить. Патиссон стоит, все в порядке. Теперь буду ставить арбузы куда-нибудь. Куда я буду ставить? Сколько стоит? 300. Арбуз стоит 300 солнышек. И сейчас я его поставлю. Первый арбуз. У арбуза массовый урон. Урон по площади. Он ранит не только этого зомбака, но и соседних зомбаков. Внизу и вверху. Спереди и сзади. Так, экономика у меня на высоком уровне теперь. Ставлю горшочки. Горшочки нужны будут. И еще один арбузик поставлю сейчас. Солнышко дайте. Сюда. Почему нет-то? Да? А сюда патиссончик. Недорого и сердито. Так, сейчас двойной подсолнух надо поставить. Он у меня сейчас подготовится. Патиссончик работает. Двойной подсолнух. А! Все, не успел. Чуть-чуть я не проиграл эту позицию. Так, арбуз не ставлю. Не успеваю. Арбуз не успеваю ставить. Ну, патиссончик. Пока что. Так, защита. Кокосов у меня нету на защиту. Так, дело дрянь. Ой,
дело дрянь. Плотоядное ставлю сюда. Сюда поставлю это сначала. Поставлю еще один кокос. Еще один патиссончик. Не успел среагировать. Так, дело дрянь. Я что-то чуть-чуть не справляюсь. Задержка. О. Не успеваю ничего. Плотоядная, давай, успей. Успел. Горшочек. Дело дрянь, не успеваю. Патиссончик, давай. Успел. Патиссончик поставил. Так. Что-то я не учел. Плотоядная. Так. Что-то я не успел сделать. Какая-то у меня проблема с экономикой, наверное. Очень дорогие арбузы ставлю. Так, это я не буду. Ну, давай это. И это задержит ненадолго. Придется это ставить сначала. Так. Экономика хорошая, но арбузы очень дорогие. Все-таки для начала. Так, еще одну эту ставлю. Арбузы, вот. Арбузы дают эффект уже. Ощутимый. Так. Все, экономика у меня на максимуме. А, зонтики есть. Поставил. Загодя. Сюда я поставлю теперь арбуз. Вот в это место. Придется так делать. Угу. У меня так вот получилось. Такая вот тактика. О! Прошел. Это нам не страшно. А зонтик где? Зонтик сожрали у меня в одном месте. Не учел этого я факта. Так, что у меня есть? Так, горшочки надо ставить. Опа! Заморозка. О, амбрелла отбивает заряды. Как удачно. Так, это у меня потеря будет. Ладно. Компенсируем быстренько. Так, двойной подсолнух поставил. Компенсировал я эту потерю. Ставлю горшки, где нету. Амбреллу надо поставить. А надо ли? Надо, да. Надо. Еще горшочек. Горшочки сложно компенсировать. Так, экономику поставим. Сюда амбреллу. Так. Ледяной. Ледяной. Ах ты, патиссончик. Так. Горшки надо ставить максимально. Проблема. Угу. Так, амбреллу сюда надо поставить. Ничего не поделаешь, надо. И это. Защиты нет. Щитов нету. Ну, то есть это. Патиссончик есть. Против таких чуваков. Так, арбуз. Монетки. Я, кажется, монетки пропускаю. Вообще, какой-то я не сосредоточенный сегодня. Еще арбуз. А, цветочек сперли. Я не заметил. Подсолнух сперли. Патиссончик.
Сюда еще поставлю. Пусть будет это дешевое. Все, ставлю горшки как можно больше. Средства позволяют. Монетки появляются у меня. Ой. Так, это. Это. Так. Монетка. Солнышки. Все нужно. И монетки нужны, и солнышки, и горшки нужны. Ставлю, чтоб все подряд. Вот так, взрывается классно. Так, амбреллу поставлю. А! Вот так тебе. Еще. Это и это. Угу. Солнышки собираю, собираю солнышки. Горшочек. Ставлю. Плотоядное поставлю. Сюда амбрелла не нужна. Что сюда я поставлю? Трачу все солнышки. Две волны прошел крупные. Удивительно. Да. Что-то раньше было проще мне вот играть. Я же уже один раз проходил. Это я второй раз прохожу уже. Выживание. Приключения. Так. Патиссончики, горшочки надо больше ставить. Это нам не страшно. Его отбросят. Угу. Монетки собираем. Так, арбуз поставлю еще. Почему нет? Так, горшки ставлю, монетки собираю. Ничего не забывать. Все замечать. Или сложнее стало играть во второй раз. Уровень, может быть, усложнился. Ставлю, в общем, все, что подряд. Опа, тут я потеряю цветочек. Ничего не поделаешь. Поставлю еще. Так. Ой-ой-ой. Разбил. Поставлю. Все, ставить больше не буду. Цветочки буду ставить что-нибудь другое. Ну, я, в общем-то, уже не проиграл, потому что газонокосилки все на месте. А, это шлифовальные машинки. Зомбак уже никакой не пройдет. Сейчас будет последняя волна у меня. Арбуз ставлю еще один. Опа, $1000 получил за кристаллик. Это у нас будет отброшено. Все. Опа, ледяной арбуз. Не помешает. Ледяной арбуз всех замораживает. А, бессмысленно, ну ладно. Плотоядное поставлю. Трачу, короче, солнышки. На все подряд. Уже не важно, что будет стоять. Так, тут это заберу. Так. Оп. Ну-ка, проиграй. Опа, он не успел даже схватить. Потому что его сначала маслом замедлили. Так, это нужно мне. Кранты тебя. Съешь его. Не ест. Ладно, вот так. Патиссончик. Патиссончик. Угу, не стратил зря. Ну и ладно. Сейчас еще поставим что-нибудь. Сюда поставлю что-нибудь. Ну, я победил эту игру. А потом будет босс, наверное. Оп, всех отталкивает. И полтоядная. О, все круто. Монетки только собирай. Солнышки уже не нужны. Ну и все, я тут выиграл. Я тут конкретно выиграл. Нет сомнений. Просто наблюдаю, как зомбаки исчезают. Все. Все, победа. Солнышки не нужны уже. Все. О, я получил мешок с монетками. Супер. Что дальше? Еще один уровень с Гаргантюа. О, надо Димону показать.
Он пошел там в телефоне. Так. Остановить запись, наверное. Я остановлю запись. Ctrl-P. Потом, если Димон не захочет играть, буду проходить без него и записывать. Останавливаю. Ну что же, уровень прошел. Останавливаю.